Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. Сегодня вы узнаете, что нужно сделать, чтобы прыщ созрел в 10 раз быстрее. Но у кого не было прыщей? Эти жуткие красные прыщи портят не только наш внешний вид, но и наше настроение. Думаю, все знают, что несозревший прыщ выдавливать нельзя. Это не только не поможет вам избавиться от прыща, а только усугубит ситуацию. Прыщ обязательно должен созреть, и на его поверхности должен появиться белый кончик. Только тогда можно будет его удалить. Но часто так бывает, что прыщ созревает очень долго. Может неделю, а может и две. И все это время приходится его маскировать корректорами или тональными кремами. Итак, что же нужно сделать, чтобы прыщ созрел за считанные дни? В этом вам поможет простой чеснок. Что же нужно сделать? Возьмите чеснок, 1-2 зубчика. Если дольки большие, то хватит и одного. Раздавите его через чесночницу, чтобы получилась кашица. Затем сам прыщ и кожу вокруг него предварительно обязательно смажьте жирным кремом или вазелином, или любым маслом. Подойдет и оливковое, и растительное, и виноградное. Словом, любое. Если кожу не смажете, будет ожог. Теперь на каждый прыщик, смазанный кремом или маслом, наносим чуть-чуть кашицы чеснока. И подержать кашицу на прыщике нужно 5-7 минут. Предупреждение. После того, как вы нанесете чеснок в области прыщика, будет немного щипать и жечь. Поэтому обычно больше 5 минут никто не выдерживает. После этого снимаете кашицу чеснока и выбрасываете ее в ведро, так как если выбросить в раковину, может забиться сток. Далее просто умываемся теплой водой. Как только вы снимете чеснок, ощущение жжения сразу же пройдет, но остаются красные следы, которые проходят через 2-3 часа. Это у всех по-разному, все зависит от типа кожи. Так что процедуру лучше делать на ночь. Теперь еще пару рекомендаций. Такой процедурой нельзя увлекаться. Повторять не раньше, чем на следующий вечер. Это в крайнем случае, если прыщик не созреет. Если делать чаще, например, утром и вечером, то будет ожог, и на месте прыщиков появится коричневая корочка. Обычно одной процедуры хватает. Прыщики созревают в 10 раз быстрее. Если вы вечером прижгете красный бугорок прыщика чесноком, то уже утром будет большой белый гнойник. Если прыщик не выдавливать, то через 1-2 дня он сам прорвет. Без чеснока на созревание прыщей уходят недели. Большое неудобство состоит в том, что все прыщики по-разному созревают. А так получается, что они одновременно будут готовы к их удалению. Если у вас катастрофа на лице, ни в коем случае не делайте маску на все лицо. Ожог будет 100%. Действуйте аккуратно. Чесночную кашицу наносите на каждый прыщ, смазанный кремом или маслом, отдельно и без фанатизма. После удаления прыщика кожу обязательно нужно обработать перекисью водорода или спиртосодержащим раствором. Очень хорошо смазывать обычным карвалолом. Так краснота сходит очень быстро, за считанные часы, и заживление происходит за 1-2 дня. Чтобы после удаления прыщей не было шрамов и рубцов, кожу в этих местах, конечно, после обработки спиртосодержащим раствором, нужно смазывать простым медицинским вазелином. Его можно купить в аптеке. Он смягчает и разглаживает кожу, и от прыща не останется и следа. Ну а на сегодня это все. Теперь вы знаете, как сделать так, чтобы прыщи созревали в 10 раз быстрее. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновлений. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. До следующих встреч. Пока!